Всем привет! Сегодня я послушаю новый клип Noize MC Marathon. Ну и узнаю, что это за клип. Хорош ли он для меня? Мои дети говорят, что им понравилось. Россию, когда вы пешком под стол еще низко флексили. Если б я набивал каждый город, где был бы весь от татух уже синий. Осталось не так много точек на карте, куда мы булавки еще не вонзили, куда нас еще не возили, но мы еще выступим даже в Бразилии. В Рунете консилиум хейтеров мою карьеру хоронит уже лет как 10. Но я по-прежнему здесь, и дела идут в гору. Неужели так бесит? Не все было гладко, но после падения любого я снова на взлетной. И мой караван продолжает свой путь мимо лающих злобных животных. Кто-то комментит в контактике, кто-то мучит модную клоунаду. А у меня есть какая-то тактика, я переплыву этот бассейн как надо. По графику сначала Прибалтика, потом USA и Канада. На репетициях кожим партии, с азартом глазеем на даты. Битва не война, 100 метров, а не марафон. Финиш спринтера не финал, наш сигнал не заглушен фон. Мы идем как мы хотим, вопреки всему напролом. Бейс Филистову кучи, с подвалом на стадион. Битва не война, 100 метров. В принципе, так это весело. Сигнал не заглушен. Неплохо. Судя по всему, он про себя рассказывает, про свое становление своего творчества. Теперь я стар и сентиментален. Пою медляки прайм-тайм на первом канале. Из окна выкину телек едва ли. Зрители давно не видали моих гениталий. И скандалов с ментами не отвечаю на диссы. Сторонюсь интернет-баталий. Пока пидоры друг друга пидорами обзывают в своих пидорских твиттерах. И с лайком выдавливая выдохну суктами, тыкая в цифры и литеры. Я занят делами в офлайне. Я в лайнере, в авиарежиме. В иллюминаторе простор бескрайний. Небоскребы кажутся небольшими. Комментарий свой напиши мне. Расскажи мне, как тебе видео. Я его прочитаю в машине. По дороге на пляж охуительный. Где-нибудь в Калифорнии, на светофоре, в кресле устроившись покомфортнее. Давай поинтересней, что-нибудь пиши позадорнее. Битва не война, 100 метров, а не марафон. Финиш спринтера не... Еще он тут советы дает некоторым товарищам, которые любят оскорблять своих соперников. Только не марафон, финиш спринтера не финал. Наш сигнал не заглушен фон. Мы идем как мы хотим, вопреки всему напролом. Картинка в глазах, ребята, а так, в общем-то, музыка неплохая. Ну, собственно, я все сказала, пока смотрела. Я не могу сказать, что мне прям вот ах-ах-ах, но, в общем-то, понятно о чем. Без всякого там мата и так далее. Есть пару намеков на кое-кого, не будем показывать пальцем, кто у нас любит друг друга оскорблять. В общем, молодец. Ну, на твердую 4, думаю, сойдет.